На детских площадках Красненькой речки теперь безопасно гулять и вечером. На территории округа установили более 1000 фонарей. Первые дома в округе построили в середине 70-х. Тогда проектом было предусмотрено уличное освещение, но замысел реализован не был. Вновь вопрос установки фонарей был поднят в 2014 году с приходом нового Совета депутатов. Два года длились проектные согласования и переговоры в Комитете по энергетике. В итоге в 2016 году Смольный выделил более 300 миллионов. Чиновники заявляют, фонари теперь стоят не только у каждой детской площадки, школы и поликлиники округа, но и у каждой парадной. Всего больше 1000. Здесь везде светодиодные лампочки, но у детских учреждений на детских площадках мы договорились с комитетом по энергетике, и они уже с подрядчиками, что будут стоять более, я бы назвал их, так, наверное, интеллигентными фонарями, они красивее, а в местах пешеходных дорожек стоят более простые конструкции. На сегодняшний день округ освещает лишь половину из всех установленных фонарей. По-прежнему темно в квартале между улицей Морской пехоты, проспектом Стачек и улицей Маршала Казакова. Так получилось из-за того, что опоры устанавливали разные подрядчики и в разное время. Те, кто начали последними, обещают подключить электроэнергию не позднее, чем через месяц.